Миллион добрых крышечек для дома Вероники собирают жители Пензенской области. В мае их отправят на перерабатывающий завод, а вырученные деньги пойдут на строительство пансионата для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. К благотворительной акции присоединились и сотрудники телерадиокомпании «Заречный». В течение недели они собирали крышечки и приносили их в редакцию телевидения. Мы считаем, что это просто благое дело, это нужно делать, тем более, что ничего сложного в этом нет. Тот мусор, который люди просто выбрасывают, а его достаточно принести, сдать централизованно и тем самым внести свою лепту в благое дело. В Заречном акцию по сбору крышек модерирует еженедельник «Заречье сегодня». Дом Вероники – это пансионат для молодых людей с тяжелой формой инвалидности. Там они смогут жить под присмотром компетентных медработников. В этом же здании будет расположен хостел. Здесь смогут останавливаться семьи, где есть дети с ограниченными возможностями здоровья, и люди, которые приезжают в Пензу из области на реабилитацию. Он уже достаточно давно строится в Пензе, естественно, на деньги пожертвователей. И уже второй раз откладывается его открытие. Этот проект выиграл несколько грантов, но эти гранты нельзя им задействовать на строительство. Они могут только приобретать что-то. На средства грантов можно купить оборудование, специальную мебель и другие необходимые вещи. Многое уже приобретено. Но чтобы жители дома Вероники могли заселиться, здание нужно достроить. Для этого и собирают пластиковые крышки. Нужно приносить крышечки от воды, молока, молочных, кисломолочных продуктов, соков, йогуртов. Можно приносить крышечки такие маленькие от майонеза, кетчупа. Пластиковые крышки нужно приносить в редакцию газеты «Заречье сегодня». Благотворительная акция продлится до конца апреля. Вклад сотрудников телерадиокомпании «Заречный» составил более 300 крышечек. Это первая часть того, что нашим сотрудникам удалось собрать. Спасибо большое. Я думаю, не только от нас, но еще и от жителей дома Вероники, который летом должен открыться. Ксения Тризна, Сергей Путинцев, телерадиокомпания «Заречный».